я буду каждый месяц, когда мы будем принимать причастие, я буду вам каждый раз читать стихи, новые и новые. Но одно стихотворение я сейчас читать не буду, потому что я могу плакать. Это очень такое, ну такое глубокое. А сейчас прочту вот стихи, которые написаны Любовью Бондаренко, христианкой, вот по теме причастия. «Хлеб преломив, ученикам раздал, и, посмотрев на них с особой болью, примите, ешьте, Иисус сказал, и вспоминайте обо мне с любовью. То тело есть ломимое мое за вас, за всех. Прошу, не забывайте, уйду от вас надолго, но вы все, что говорил вам, чаще вспоминайте. Уйду от вас, после вечери чашу им подал и за столом, пустив ее по кругу, негромко, но уверенно сказал, чтоб передали все, все ее друг другу. Запомните завет в моей крови. Все пейте, все пейте из нее, завет в ней новый, чтоб жили вы в согласии и любви, и чтоб любовь была всему основой. И всякий раз, когда едите хлеб или из чаши этой вместе пьете, вы возвещаете для всех Господню смерть, для всей земли, пока вы здесь живете. И да испытывает каждый человек себя, свой путь, внимательно проверив, чтоб не расстаться вам со мной навек, чтоб вам в обители открыты были двери. А если кто-то недостойно будет пить, не рассуждая о Господнем теле, то этим будет сам себя судить. Вы это все увидите на деле. С тех пор прошли года, века прошли, но не забыт наказ, и вы поверьте, с благоговением во всех концах земли воспоминания творят Господней смерти. Аминь. Спасибо. Окей, друзья, давайте мы сейчас закончим десятины. Пожертвования, пожалуйста. И потом я там посмотрела, сколько угощений у нас. Пожалуйста, не уходите, не спешите. Сестры старались, готовили. Да. Да, нужно, как говорится, как там говорят по-русски? Уважить надо, да, пап, как говорят? Уважить? Уважить хозяюшек. То есть слушать. Ну, просто вода покушать. Как перенести на гусницы? Ручки правила. Yeah.